Я очень счастлив, что нахожусь между вами. Каждый, наверное, так, каждый в душе принимает меня как Сэма. Это здорово. Просто, знаете, но у меня был заказ спеть одну песню. Это эксклюзивный заказ. И я этому человеку отказать не, просто не могу. Я старался, чтобы это буквально не было. Я помню твои руки и сердце, крик души, лаская, говорила и смеялась. Какие были муки в разлуке и в тиши, какая жизнь в отчаянии досталась. Мама, как я люблю тебя, мама. Мама, душа болит, нету слов. А мама, приди ко мне, моя мама. Мама, на сердце боль и любовь. Извините. Соберись крепко. Ну, сейчас я вам хочу спеть песню. То, что я в молодости пел. Во, матерную. Настоящую. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Не, матерная не будет, будет молодежная. Рок-н-ролл, сэр. Я не знаю, она рок-н-ролльная или какая, но раньше у нас в Ташкенте Карла Маркса улица называлась Бродвей. Если кто знает это. Это быстрая песня. Да. Она Бродвее цвечерела, значит, солнце где-то село, а кругом горит рекламы свет. А Бродвее, как дикий улей, все несется мимо пули, у меня грустить причины нет. Когда проходит день суетный, значит, надо отдыхать. Эх, на Бродвее летит, спешит душа моя. Я до сих пор пока бездетный и могу все наверстать, но не спешу к совместной жизни сильно я. А Марк девчонок раздевает, пацаны опять страдают. Ах, какая девочка идет, а все весною расцветает, но апрель еще не знает, может, душу снегом сыпанет. Кормит волна на голове, сережки локоны висят, бубнушка тени пудрым и нету слов. Татуировка на руке, немножко гордый глупый взгляд, все это дико убивает пацанов. Бадам-бадам-бадам-бада, арам-бадам-бада, арам-бада-бадам-бада-бадам-бада.
Арам-бадам-бадам-бада-арам-бадам-бадам-бада-арам-бадам-бадам-бада-бада. Кормит волна на голове, сережки локоны висят, полнушка тени пудрыхлев, и нету злоб. Татуировка на руке немножко, гордый двумя взгляд, все это тихо убивает пацанов. Спасибо большое. По заявкам многочисленным. Сэм. Да он вообще просит какую-то заграничную песню. Не-не-не, рок-н-ролл, давай. Про комара давай. Так, сегодня мой что, вечер выступления, что ли? Сегодня Сэм, жги! Сэм, давай! Гитару к микрофону поближе. Давайте я, если вы так хотите... Вы знаете, вот я сейчас скажу, но вы не обижайтесь на мои слова. Я не знаю. Тимур Валитов, слушай внимательно.